Всем, друзья, привет! Вы на EquadPlay, и мы продолжаем подводные плавания. Так, у нас путь к Сонару. Получается. Вот сюда. Гильдия гидроакустиков. Правильно, гильдия гидроакустиков в фьордах. Так, чуть ниже. Так, хорошо. Красиво, красиво очень. Вот здесь прикольно, есть, так сказать, течение, против которого не попрешь. Правильно, да, заходим. Ну, сонарщик попросил, мы поплывем. Что такого? Да нас не сложно. Где ты находишься? Гильдос. Где-то здесь, да? Глубина-то вообще нету. Где-то здесь. Вот она. Тамалдаун. Забытые фьорды. Вот они. Полный стоп. Игра сохранена. Только здесь вот это, да? Больше ничего не видишь. Окей. Ух ты, сколько можно. Поговорить с Эллисон. Кто вы? Я глава сообщества путешественной гильдии гидроакустиков. А вам что за дело? Украдите аппарат в море. Вы знаете Григория? О, Хадсон, ты уже подготовил детали моего приемника? А, я? Нет. Сегодня у меня хорошее настроение, так что за борт я тебя отправить не стану. Пока что. Эй, дамочка, я хочу сделать вам одолжение и вытащить эту штуку из вашей кормы. Ты вообще кто? Подпевала и этого ничтожества? Я тебя прямо сейчас размазать смогу. Подумаешь? Он сам не отказался, когда сказала поработать за меня. Уноси свою тощую задницу из моей гильдии, пока по морде не дала. Кэт, пойдем отсюда. А он того не стоит. Поговорили, да? Забывчивый ученик. Где мастер Фарстер? Он в городе Фериосов. Работает на королевскую семью обмена гранты и редкий материал для уличных исследований гильдии. Это хорошо, но мы остались без присмотра. Почему Алисон ненавидит Григори? Она ему завидует. Мастер Фонтир дает ему частные уроки, поскольку он на год опережает Алисон, хотя они одного возраста. Ну-ка, радиоинженер. Вы специалист по сонарам? Нет, даже не уговори меня. Если пойду в курс обучения, придется всю жизнь палубу драить. Я держусь тише воды, ниже травы. Но вдруг что случится? И в этом что плохого? Кажется, вы с собой довольны. Вы когда-нибудь видели подобную частоту? Григори все так для меня драил. Что вы так смотрите? Я просто попросила, а он не стал отказываться. Ученик гидроакустика. Эллисон тут главное? Когда мастер Фарстер уезжает, она силой заставляет остальных делать работу за нее. Правда, ко мне она не суется с тех пор, когда я случайно помог ей первому проекту расправиться при включении. Насчет аппарата Морзе. Ах, да. Один должен быть где-то поблизости. Давайте поищем. Но тихонько.
Вот он, аппарат Морзе использует для связи между субмаринами. Ага. Динары. Монтировка. Включим. Ну, обозначение. Найдена достопримечательность. С гильдией гидрокотика закончили? Спасибо за помощь, ведь с Эллисон порой бывает нелегко. Вот у меня кое-что, это может помочь нашему экипажу. Получены предметы, подвеска, чуткости и алкоголь. На склад. Подвеска, чуткости. Но здесь нету. Резервный экипаж. Так, здесь нету золотого, да, еще? И куда они поделись? Спасибо за помощь, капитан. Уплываем. Отлично, сохранена и уплываем. Что там у нас? Монеты есть. Подвеска чуткости всегда увеличена восприятие одного члена. Восприятие. Окей. Это подвеска силы. Подвеска силы. Ух ты, нифига себе. Подожди, дорогая, сейчас мы. Сила, сила, сила. Давай я тебе дадим. И чуткости, да? Так, что здесь? Ключевую, добыча, оружие. Так, шире. Улучшение двигателя. Чух-чух, люблю улучшать двигатель, чтобы его можно было пустить на самую полную. Работать таких тяжело, может, не очень долго. Так, не хватает. Жизнеобеспечение. Окей. Добавить нельзя, да? Возвращаемся вот сюда. Небольшое улучшение никогда не повредит. Я думаю, жизнеобеспечение или броня? Течение бы, чтобы побыстрее. Красота какая. Реально. Подводный мир — это офигенная штука. Течение, да? Сложновато, да.
Подожди, да? Вообще не можем двигаться. Против течения невозможно двигаться. Ну, протестировали просто. Показывает зеленая метка куда. Забытый фьорд, ледяной город. Отсюда далеко. Продажа. А как мы должны? Уже нету.
кто там? Защитник пришел. Аккуратнее. Ничего нету. Лом, добыча. Обменяться. Нам место надо увеличивать трюма, чтобы забирать больше. Недостаточно. Но хоть мы, хоть нам помогли. У нас нету доступности. Торпедных нету. Кстати, все золото. Крыльский страж проверяет всех вход. Пропускает только персонал, имеющий соответствие разрешения. Вам команда может сочинить. Что это будет как-то? Интеллект, восприятие. Хелли пытается убить стража, что разрешение на... Ага, кажется, Хелли добивается успеха. Ну, без толку. Интеллект. Наблюдение. Ого. Проверка. Наблюдение, ага. Понял. Грубая сила, короче. Ага.
пользуюсь. Угу. Команда приходит мимо окна, продолжает искать трофеи. Это все надо продавать, нахрен. Перо. Улучшение для панели приборов. Улучшение настроения. Монет Старого Мира. 50. Карта моря. Зеркало перископа. Рулевые гляделки. Что за переделка? А это вообще нужно? Давай коллекционер можно как следует попробовать. Я такую, конечно. Карта морозного великана. Короче, продажи это можно, да, осуществлять. Закрыто? Почему закрыто? Так, давайте сгоняем сюда морозного великана, продадим и вернуться. Нам главное этих найти улучшителей и продажка. Банк. Ой, это вообще что-то другое. Thank you.
Что-то мы находимся по это погибшее. Не Бабуля, а главный прораб Хасли. Джонатан, ты только что отдал деталь кому-то, кого не знаешь. А ведь поддерживать то все на плаву очень непросто. Ты должен продавать свою работу на хорошие деньги. Но ведь обратились ко мне за помощью по железу. Разве не нужно нарабатывать репутацию? Но если еще раз поступишь, не нарабатывать репутацию, будешь драйгальон, ясно? О. Итак, капитан, я здесь торгую кораблями. Я могу улучшить корпус вашего корабля, либо продать вам новый. Если станет совсем тяжело, всем можно заглянуть ко мне за новым кораблем. Что теперь? Если нужна работа, на боровой платформе всегда есть умелые руки. Передайте это письмо директору Армстронг. В обмен на эту любезность вы найдете, появите внимание и окажетесь в очень неловком положении, если неосторожные поступки моего внука знают другие люди. Полученные предметы. Рекомендовательное письмо. Другие подлодки есть? Подлодки ваша действующая серия Glacium. Самая быстрая в мире. Купить. Это вот это, да? Вот алмаз с бурилкой. Мариана вот у нас. Диринджер. И манта. Сколько стоит манта? 16 тысяч. Нифига у него улучшений. Оружение, лафайеты. Торпедов, торпед нету. Одна. 15 брони. 15 тысяч. А Диринджер сколько стоит? 8. 5 лафайетов. Белуга. В белугу превратить. Броня. Все, максимальный размер. Трюм 15. Ну-ка, подожди, а на манте сколько? Трюм 15. Я понял. О. Книги, папоротник, ручная машина, алкоголь. Перископ. А где здесь можно поторговать? Хочу поторговать. Так, с кем я могу еще? А сверху? Это не торговца? О, точно, во. Что вы тут мастерите? Купите деревянный талисман, но сделайте ваш, приносит морякам. Добыча. Продать. Вот это продать. Продать.
Оружие. Дорого как, а? Это 2500, нифига себе. Пятнадцать тысяч. Хочу себе 15 тысяч. 4 место освободил. Три штуки, да? Что у меня здесь? Эти книги. О, игрушечные машинки всякие. Алкоголь. Перископ, да? Давайте поторгуем. Ну, нормально. Четыре почти. Так, ну что у нас освободилось? Сколько у нас освободилось? 5 ячеек, да? Кстати, билеты. Мы правда отправились на буровую, платформу? Сюда нам надо. Это против, да? Да, вот это получается. Так, все правильно. Идем по течению. Вот туда. Сейчас сгоняем, заберем все там. Ремонтировать нечем.
сказал. Помощь нам. Пойдем, пойдем. Пользоваться. Учением эту тему. Выкручивайся. Рыба. Откроем. Пища есть. Прибор, пища, да. Хорошо. Пожрать все это. Это все уместно. Крыса. Какая грубая сила. Коварная крыса. Но она ничего не боится. Наблюдать. Ага. Большой коробкой наблюдать. Каждая коробка держится. А ты сволочь. Давайте вот это. Адсен использует зеркало, надеюсь, коварная крыса. Ага, не видит, бросает вперед. Берегись, Хелит, Адсен. Давайте. Сейчас получит. Интеллект. Лом, старинное блюдо, горшок для заклепки. Не шути с бомбой. Оторвет с головы. Так, это охладитель вроде бы, да? Thank you.
Где именно? Да это мы знаем. Нашли. Так, здесь ничего нету. О, алкоголь. Алкоголик. Наблюдайте. Замечаю, что пират дергается и старается. Враг избегает подсечки. Спящий пират бросает на ваш команду. Что? Хорошо. Наблюдайте. То есть попавший предмет против знайка замахивается. Решение давай спешить собирать покупать. Почему нам играет спешно спешить книги? Карта моря, пища, зеркала. Лечить надо, да? Приплененное зеркало перископ брошит. Хорошо, все это. Так, еще. Больше здесь лазить нечего. Здесь активный тральщик. Так, давайте на этом остановимся. Следующая серия будем уже что-то делать. А пока что на это все. Следующая серия продолжим. Всем спасибо большое. Всем пока-пока.